начинается. Доброе утро, ребятушки. Я уже более красивая сегодня. Кипяточку, кипяточку с утра. Кто там спрашивал, что у меня за козявки на лице? Ребята, это коагуляция. Такая процедура. Я вам последнюю процедуру просто не показала, потому что я лежала в субботу на стеллаже у Светули в ее выходной день. Ассистировал ее муж, а с меня шел дым. Но такие, как Светуля мне показала фото, то я была еще, знаете, так вот, мелкие фракции. А то, что удаляется в ее косметическом... Знаете, когда Баба Яга у нее на носу вот такая вот. Так вот это все она удаляет, представляете? Зрелище. Я думаю, Светуля напишет комментарий по этому поводу, что она удаляет. Гемгиомы, папилломы, та-та-та. Короче, все. Ну, только родинок не трогает. И у меня уже получилось. Ти-ти-ти-ти. Практически ничего нет. Но там что-то на шее, но шею не видно. Кофточку я стираю каждый божий день. Это у меня все обрабатывается спиртиком, календулкой и всем прочим. Так что скоро буду красавица. Сегодня у меня куриные окорочка таких внушительных размеров, что надо было резать их пополам и продавать по половинке. Ну ничего, будем продавать целиком. Ребята, смотрите, какая приправа мне вчера пришла. Копченая паприка. Я не знаю, у меня была копченая или не копченая. Сейчас я сравню два вкуса. У меня просто было написано сладкая паприка. А это специи даль мондо. Ну хорошо. Паприка афюмиката. Афюмиката это значит копченая. Ну, взяла у другого поставщика. Так что сейчас попробую это. Тот, который мне вот эти вот колбаски привозит. Вчера у меня был говяжий желудок. У меня есть клиенты, которые его просто любят. Они вот хлебом вот так вот, знаете, вымазали всю тарелку. Я говорю, так мне посуду мыть не надо. Ой, говорит Лиль, ну так, говорит, соскучились. Вот так вот, ребята. Так приятно, когда твои клиенты вот от тебя так отзываются. А потом еще два мужика, тоже взрослые, такие люди, которым далеко, им уже по 70, но они еще работают у нас, рабочие, пенсионеры тоже есть. Вот так вот они, те, которые, мужики, ели рыбу, мне сказали, какая ты молодец. Я говорю, как это приятно слышать, это вообще, это, понимаете, это высшая похвала. Так, сюда мне надо. Решила я все-таки побаловать их сегодня лазаньей. Рис, пасту сварю и сделаю лазанью аль рагу. Еще эти постоянные клиенты, они ее обожают. Пока тут пол помою, сейчас я вам расскажу еще. Еще одно событие, которое у нас произошло. Ребята, у нас же с треском закрыли тот бар, который был бар, ресторан, бар, который был на втором этаже у сицилианцев. Помните, они открылись, я когда еще ходила туда в спортзал, я вам показывала, открываются наши конкуренты. Так вот, их закрывали с песнями, с плясками и со всеми почестями. Пришла налоговая полиция. Набежала куча карабинеров. Ну, в общем, милиция, вызывай милицию называется. Они там непонятно чем торговали, они там в этом баре жили. В общем, там такое творилось, ребята. Но они, надо сказать, единственный бар, который в течение всего локдауна, они проработали, не закрылись, и те же полицейские у них пили кофе, кушали бриоши. Когда нельзя было сажать людей в зале, они их сажали. Ну, в общем, они делали то, что они хотели делать. И в итоге, сколько веревочки не виться, а конец ее все-таки пришел. Намыливаю немножко плитку своего пола, потому что, знаете, вроде вечером и помыла, и тем не менее остаются какие-то пятна. Утром горячей водой его намыливаю.
кипятком, а потом смываю под своим душем. Вот так вот. Мойка есть мойка, ребята. Тут уж мой, и стекла надо опять мыть. Так что пока овощи там, пошла еще стеклышки помою. Хотела сегодня сделать немножко новое блюдо, как для вас и для меня. Но, смотрю, у меня цветной капусты много, поэтому сегодня сделаю гратинату ди кавольфиоре. Немножко сливок, немножко черного перца. Соль по вкусу. Сыр. Ну, тут у меня у Мишель, видите, делала булочки, остались обрезки сыра. Сейчас я его туда все запихну. Пару пластиночков такого сыра нарезала. Подготавливаю цветную капусту. Гратинату из нее получается очень вкусное. Что я вам хочу сказать? Когда я была дома, ну я и тут, и там, где я дома, я везде дома, и мы повезли, то есть мы поехали колядовать до Татуськи. Вот. Но мы ж такие, знаете, гости, без предупреждения, без фонаря в голове. Ну как это мы, это нас люди понимают и принимают такими, какими мы есть. Вот. Так вот, что мы сделали? У Танюши был пюре картофельный. Игорек пожарил фарш с лучком. Пролил его немножко вином. И мы сделали пюрешка. Вот этот фаршик. Пюрешкой, по-моему, его и закрыли, сыром посыпали, в духовку поставили. Ребята. Татуська, скажи, что это было. По-итальянскому это называлось гато. Оно могло быть из с прошутто, с колбаской. По-украински это называлось, как они, которые картофельные зразы, да? Большой зраз. Но этот зраз был, зараза, такие вкусные, что это вам не передать. Вот. Сегодня делаю два овощных, делаю опять полпетоны. Поэтому хотела сделать, но я хотела сделать по-своему. Хотела сделать картошечку вместе со шпинатом, без мяса. Потому что у меня есть такие люди, которые не едят мясо, едят только рыбу. Но я думаю, что на них скоро вырастет чешуя, на этих людях, которые одну рыбу едят. Поэтому делаю им разнообразие. А вы стойте по стойке смирно и не падайте. Не падайте духом. Так, посолить я посолила мало, еще что-то посолю. Еще тут приторчу. Поэтому хочу сделать шпинат, картошечка, зажарочка, немножко перемешку с сыром и сделать такое, вот будет называться гато вегетариано. Или просто полпетоне кон пататы. Эспинач. Называть мы блюдо можем по-разному, как нам нравится. Кому не нравится, пусть не называют, да? Вот так вот. Царелку сюда, а расплавится, тоже будет вкусно. Добавляем чуток сливочек и так продолжаем в таком же виде. Ой, сливки здесь придают. У кого нет сливок, сливочное масло немножко. Просто со сливочным вкусом вкуснее. Позвали меня в бар, чуть не забыла вам продолжение показать. В общем, смотрите, еще кусочки моцарелки сюда побросала, посыпала сыром и немножко панировочными сухарями. Ставлю в духовку. 180 градусов, минут 30. Снимаем пробу. Паприки. Да, она даже по цвету отличается. Это, вот, слышно запах. Копчененький. Вот эта старая паприка, она более оранжевая, это более ярко-красная.
уже за язык щипает. Конечно, надо закончить свою паприку, а потом приступим. Паприки я добавляю всегда много. Ну тогда и цвет, и вкус. Сегодня в мои колбаски тоже пойдет в зажарочку паприка. Все, в духовочку. Выскочил наш гратен. Очень вкусный сливочный запах. Смотрите, оно еще буль-буль-буль. Я его сильно не перезажариваю, потому что потом оно будет разогреваться, чтобы не было капуста сухая. Ответ на комментарий. Как заваривать соус бешамель? Смотрите, растворила сливочное масло. Где-то у меня грамм 150. Добавила муки, так чтобы это загустело. И немножко обжарила муку. Такой густоты у меня будет достаточно. И у меня сюда пойдет 2 литра молока. Можно заваривать не на сливочном масле, а на растительном. Кто сливочное не ест. Все, ребята, добавляете молоко, постепенно венчиком помешиваете. Я делаю это на кофейной машинке, потому что мне так быстрее. Бешамель готов. Специи, чтобы не подгорели, аккуратненько. Мускатного ореха я добавляю, он у меня молотый, поэтому слабо слышен его вкус. По готовности бешамели добавляю еще чуток, потому что при заваривании вкус тоже немножко теряется. Вот сейчас 1 минутка и пошла я туда. Покажу результат. Есть еще безглютеновая бешамель, у меня с мукой. Кукурузный крахмал, по-итальянскому называется майдзена, либо картофельный крахмал. Тоже получается отменный соус бешамель. Можно просто сделать легкий соус бешамель. Кукурузный крахмал и молочко. Все. Хотите, сделайте на воде, если вы уже все там. Но этого не делайте. Ребята, жирность, немножко калорий все-таки должно присутствовать в пище. Видали, какая красавица. Если у вас получилась густая, не переживайте. Можно добавить молоко. Сырое, ничего страшного, развели. Сильно густую не делайте. Получилась жидкая, тоже не страшно. В духовке она загустеет. Вчера я перемолола несколько своих гамбургеров. У меня мяса не было. Видите, такой получился достаточно таки жирненький. Соус болоньезе, но это он с холодильника, поэтому жирок сверху. Сейчас я его прямо тут размешаю и забацаю лазанью. Быстро, просто. Ребята, один мой клиент пришел сегодня на завтрак. Он вчера сделал 3-ю прививку. Говорит, вчера температура была 39. Я говорю, что ты на работу вышел? Он говорит, сегодня аж нету. На вечер может опять появиться. Я говорю, посидел бы дома. Себя бы не пугал и других бы. Хотела ему купить имбиря, не оказалось в нашем супермаркете. Сегодня поеду в Лидл, завтра тоже намолочу имбиря. Так что, Танюша, если ты смотришь, то твой работодатель тоже может быть больным. Кошмар. Но я думаю, что всех действительно должно перекачать. Главное, чтобы это быстрее закончилось. Этот грипп он уже достал просто. Сегодня Терезина мама пошла делать, она тоже делает тесты. Говорит, все, которые делали тесты, выходит одной женщине после 3 прививок, говорит, положительный. И мы, говорит, всей толпой так отделаем. Раз и на расстоянии, она говорит, я даже не обижусь. Я, говорит, вас прекрасно понимаю. Говорит, да, что творится? Лазанья допекается, сейчас я вам ее покажу. 5 минут времени. Кухня блестит. А у меня сегодня еще двойная смена. У меня же сегодня Стефания поехала в больничку. Какой-то у нее там анализ. Смены не поменяли.
И меня мой начальник попросил, говорит, ты ее заменишь. Я говорю, ну, закончу с кухней, пойду в бар. Так что сегодня двойная смена, ребята. Вот так вот. Когда буду видео монтировать? Не знаю. К ночи успею. Ну что, ребятушки, и на сегодня обед готов. Наши колбаски. Это уже, кстати, лук с копченой паприкой. Очень красиво смотрится. Что камера цвет искажает. Немножко бледный цвет дает. Ну, такая камера. Лазанья вообще шикардос. Тут уже дедушка похозяйничал. Так, ладно. Начинаю. Вода кипеть. Макароны стоять. Лилёк готов. Сейчас буду бегать туда-сюда одна. И кассу, и я одна.